Вот тут ты затихла, да? Ты тут затихла, моя умница, красавица. Теперь тебе нравится на окошечке лежать? Да! Нравится. Ты моя красавица. Тебе тут тепло, да? Солнышко нагрело. Ах, какая у нас погода сегодня. Облачная, обещают. Ливневые дожди, грозы, шквалистый ветер. Будет ли? Уже и не верится. Будет ли дождик? Ждешь дождика? Да? Красавица моя, мы окошечки помыли. Посмотрим, что будет. Мурлыка моя. Мурлыка. Ладно, лежи. Ты что, ешь и сразу припиваешь? Чё опять в чашке только воды налила? Ну чё, наелась? Корм раскидала по подносу. Чё? Девочки, вот у нее сухой корм, и я ей только что из пакетика жидкий положила корм. Говядина с морковкой. Любит? Любит говядину с морковкой. Ах ты моя девочка. Ах ты мой проглотик. Вкусненько. Вот что кинула в чашечку. Сладенькое мое. Закупила ей корм. Наверное, пакетов 50. Не знаю, насколько хватит. На неделю. Ой, вкусненько как. Она у меня такая гладенькая. Шелковая. Маленькую принесла, когда у нее шерстка была как пух. А сейчас прям вот она шелковистая стала. Все? Спасибо. Пожалуйста. На здоровье, Мелисочка. Что такое? Не знаешь, что дальше делать? То ли попить, то ли еще поесть. Темная полосочка на спинке. Красивенькая моя девочка. Кошечка моя волшебная. Да, про тебя. Девочки, смотрите, какой у меня тигр. Ходит тут. Лапищи, лапищи, девчонки. Гигант просто. Котенок называется. Как взрослая кошка. Я удивляюсь, какая она гигантская. Для ее возраста. Конечно, она много кушает, потому что она большая. И надо много. Мы сердечки сварили. Вот куда полезла, а? Жидкая субстанция. Куда? Куда? Куда полезла? Слазь, Мелисочка, прыгай. Ой, как все интересно. Ой, да как же все интересно. Помыла балкон, чистота теперь такая. Это я дня 4 назад помыла. Наслаждаемся. Что такое, что такое? Что такое? Что ты там увидела? Ну? Так. Вот тут надо, да? Вот так надо. Вот цепкая какая. Просочилась таки. Вот ей табуреточку поставила, чтобы спрыгнула, если что. Но нет, не хочет спрыгивать. Девчонки, не бойтесь, сетка стоит такая плотная. Мне кажется, даже если я туда метнусь, я ее не выдавлю. А уж кошка-то точно. Так что здесь все плотненько, не выпрыгнет. Вот ей тут что, еще выше надо?
Ну, извиняйте, выше никак. Ой, как хорошо. На улице ветерок такой свеженький. Вчера пекло было просто. Ну, прыгай, прыгай. Давай. Смотрите. Нет, не хочет спрыгивать. Назад пошла. Это металлическая, была бы деревянная, ей бы, наверное, легче было цепляться. Но за металл сильно не уцепишься, даже если лапы такие большие. Окрас красивый у нас. Что там увидела? Что там, девочка? Смотрите. Ну, вот. Мордаха-то. Вот бы ты туда сейчас захотела, да? Вот бы тебе туда-то. Ты бы погуляла. У нас люди, когда входную дверь открываешь, ну, вот выходите из квартиры, он просто на полусогнутых бежит в это, куда-нибудь прятаться в квартиру. Ни за что в коридор вообще не выбегает. Это только дверь открываешь, мусор выносить, она уже в подъезде. Это ужас какой-то. Ей надо куда-то бежать. Вот такая гулёна растет. Ничего не боится. Лютик у нас трус. Трусливый. Если кто-то приходит, все, он прячется, из-за угла выглядывает, кто пришел, к чужим на руки не идет. Он не агрессивный абсолютно, но к чужим не идет. Поймать даже его невозможно. Это хоть кто, берите, как угодно кидайте, тискайте, что угодно делайте. Вообще ничего не боится. Потому что она зверь. Главный зверь в доме. Ой, хвостяра-то какой. Девчонки, помните, я ее принесла, какой у нее крысиный хвостик был? Просто как у крысенка, лысый, тоненький. А теперь вот, особенно когда раздурится, его распушит. Ой, какой хвост. Хоть воротник шей. Че? Че? Давай, слезем. Давай. Хватит уже, наверное, сидеть, нет? Что ты еще придумала? Ой, птицы-то летают. Вот бы тебе к ним. Ой, девчонки, для нее же там целый мир, представляете? В окно смотреть. То, что она видит, сидя на подоконнике в зале, это совсем не то. Там же окно закрыто. А здесь, представляете, как интересно? Окно открыто. Всякие запахи она чувствует. Ветерок, звуки. Ой, как интересно. Ой, как интересно. Там все не лисочки. Вот это да. Ну, смотри-ка там, что делают. Высаживают что-то в детском саду. Ой. Ну, Стюк, давай, не лисочка, слазь. А то рухнешь тут. Держаться тут особо не за что. Вот бы подоконничек здесь вот пошире, чтобы она могла гулять. Вот там мы для Лютика прям сделали идеально. Широкий подоконник, он там хоть сидит, хоть спит на балконе, классно. А боковые так вообще как столы у нас огромные. Он там на солнышке разляжется, валяется. А здесь вот что-то надо придумать. Да, Мелисочка? Что-то здесь надо придумать. Как-то тебе неудобно на этой жердочке. Ты же не курочка, да? Ты же кошечка, зверек. Лапы, девчонки, я вообще поражаюсь. Какие у нас, мне кажется, у Лютика даже не такие лапы. Ой, что там такое стукнуло? Погодка замечательная. Вот такую люблю погодку. Наверное, сегодня градусов 20-22 сейчас. Ну, там кто-то в футболочках, кто-то в ветровочках. Очень комфортная. Вчера было очень жарко. Что такое? Давай слазить. Давай слазить. Давай. Нет? А что? Давай. Кто там? Кто там? Ветер поднялся. Сегодня ветер штормовой. До 25 метров в секунду обещали. И ливень. Ливневые грозы.
Ну, не знаю, пока так спокойно, ветерок есть, он такой теплый. Кто его знает, что будет у нас к вечеру? Да, Мелиска? Уже не знаю, может, придется окно закрывать балконное. Может, придется. Сетку поставила, и все мухи теперь сидят, мечтают залететь, но не тут-то было. Вот любопытная ты, да? Вот ты любопытная девчонка. Давай слазь. Красоточка моя. Вот этот палевый у нее оттенок, серенькая в темно-серую полоску и такой чуть палевый оттенок. Какой-то, не знаю, как топленое молоко. Очень красиво. Вот без него, наверное, было бы не так. Лапы вот особенно на лапках видно. Такие бежевые лапки. Красоточка моя, любопыточка. Шею-то вытянула, как гусь. Ты же кошечка, ты чё шею-то так вытянула? Вот любопытная. Ну ладно, захочет спрыгнуть, спрыгнет. По крайней мере, здесь безопасно. Абсолютно безопасно. Ничего не будет. Слазь? Нет? Не хочешь? Вот девчонки, посадила-то ее. Вот посадила-то, вот ей понравилось-то. Слазь. Про игрушечку-то, вот про это уже забыли. Тебе, наверное, тут неудобно спрыгнуть. Вот так удобнее, да? Вот сюда, если спрыгнешь нормально. Вот про эту игрушку-то любимую забыли. Я ее тут повесила, думала, играть будет. Нет, надо с ней играть. Таскать ее надо. Так-то. Оп, уч. Вот и все, вот и все. Вот-то я тебя сманила. Вот обхитрила я тебя, обхитрила, обдурила. Нет, нет, теперь игрушка не нужна. Теперь игрушка не нужна. Теперь есть окошко интересное. Девчонки, надо мне что-то придумать. Надо ей какой-то подоконник сделать широкий. Да? Все, девчонки. Все, другой интерес появился. Да? Да. Туда надо. Ну-ка, сможет сама, не? Ну-ка. Вот как ты сама сможешь? Никак. Вот было бы пошире, ты бы осмелилась, а так нет. Так просишь меня, да? Посадите наверх. Посадите. Ну давай, ты большая уже. Деревянная было бы, без проблем бы залезла. Зацепилась бы и залезла. А может мне взять, как-то обернуть поролоном и обшить, чтобы мягкое было? И все, и тогда она будет цепляться и гулять. Точно? Точно. Наверное, обмотать надо чем-то. Вы представляете, какая тут будет красота? Тряпками обмотаем. Скотчем, залепим все. Охота, да? Туда охота. Все, квартира не мила. Надо на волю. Да? Вот ты спрыгнула. Так я тебя обманула. А теперь что делать будешь? М? Что теперь делать будешь? Не знаешь? И я не знаю. Так. Ой-ой-ой, акробат. Не получилось, да? Ну да. Мелиса, дело такое тут. Какую-то лестницу надо тебе строить. Бабушка приедет, мы ей дадим задание. Она что-нибудь придумает.
Неудобно, да, неудобно. Тут у нас сделали какую-то фигню. Ну давай, давай. Не плачь, ну давай. Во. Вот так. Теперь тебя не скинешь, наверное, да? Слазить легко. Ну так раз и спрыгнула, а вот залезть не может. Боится. Смотрите, лапки трясутся. Балансировать сложно. Птички, птички полетели. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, да какая же красота. В ушах пуху столько у нее. Ух, уши такие пушистые. Ладно, пойду делами заниматься. Гуляй. Захочешь спрыгнуть, спрыгнешь.